Тут бабушка жила, бабушка умерла. Пошла бабушка быть тут на друга. И вот маленькие девочки замуж вышли, видимо. Они стали тут жить. А бабушка там другая, бабушка наверху, 7-й этаж. По словам соседей, семью, в которой произошла трагедия, они хорошо знают. Родственники занимают сразу несколько комнат. С недавних пор пенсионеры жили отдельно, на 7-м этаже. Девушка и ее супруг на 6-м. Когда они поженились, я их все время говорила, тут торчали, я их все время говорю, ребята, пожалуйста, осторожно, не курите, не курите. Когда они поженились, вроде все тихо, мирно стало. Вот, друзья, я не знаю. Люди рассказывают, что жили молодые, как все, ссорились, мирились. Бывало, иногда выпивали с компанией, но никаких драк слышно не было. Правда, и в это утро, когда произошло убийство, никто ничего не слышал. У вас на этаже? И вы ничего не слышали? Нет, ничего не слышал. Человеку 11 ножевых ранений нанесли? Может, он сначала рот прикрыл, а потом нанесли, что, нарать будешь, что ли? Если кляп в рот засунешь. Как стало известно, накануне к родным заглянул брат супруги. Посидели, выпили. И между мужчинами возникла ссора, которая закончилась трагедией. На глазах у девушки ее 27-летний супруг умер от потери крови, получив 11 ножевых ранений. Сейчас сотрудники полиции пытаются выяснить у задержанного мужчины все обстоятельства происшествия.